Проливной дождь с громом и молнией обрушился на священную Каабу. Такое природное явление происходит в Мекке крайне редко. В минувшую субботу, несмотря на бушующий шторм, некоторые паломники все же продолжали совершать таваф. На одном из видео за кадром слышно, как мужчина произносит слова зикра на арабском языке и просит Аллаха сохранить Мекку от разрушений. «Ла илляха илляллах, гафраника я раб, ла илляха илля анта, инни кунту мина залимин, ла илляха». Проливной дождь – это далеко не самое необычное природное явление в Саудовской Аравии. Последние годы гроза приносила сюда огромный ледяной град, а также продолжительные ливни приводили к разрушительным наводнениям. А самым удивительным для Саудовской Аравии стал выпавший снег несколько лет назад. Большинство из местных жителей такие северные осадки видели впервые.